Говорит и показывает Винися, и Орешка представляет хоккей с шайбой. Ледовый клуб, всех витаю, всех приветствую и запрошую на трансляцию от Орешка. Репортаж из Ледового клуба. Центральный парк культуры и отдыха имени Леонтовича, улица Хлебная, 1. И вот такие хоккеисты со мной крутые. Галицкие левы и патриоты. Сегодня играют, встречаются у нас. Ну и я такой репортаж, сборничек покажу, расскажу. Конечно, такие классные ребята. Ну и есть, наверное, девчата там, которые играют. Смотрим, оценим. Орешка с вами, приглашаю, дорогие. Ну, я не просто, я на коньках, тоже вместе с ребятами здесь поучаствую и покажу онлайн такой репортаж. Вот, Алиса, по всей видимости. Алиса? Алиса, да? Привет, дорогая. Интересно, правда? Не страшно? Пока. Ты смелая? Ух, молодец. Алиса Ордынская, так фамилия? Привет. Ну, видите, есть девчонки. Дмитрий Дорошенко. Ну и так мы в гуще событий. Михайло. Привет, ребят. Витаю вас. Дякуємо. Так интересно получается. Мы прокатимся, познакомимся, посмотрим на ребят. Прямо со льда, это круто. И шайба в воротах. Приветствую, ребята. Патриот двинется. Валерий Иванович Бондарчук. Тихий час. Такой формат необычный. Ребята покрепче. И ворота настоящие. Ух ты, чуть в Орешке шайба. Ох, тут крепкие эти хлопцы, да? А, обстановка действительно спортивная, классная. Да, тут обеспечено так же. Ну и Орешка с вами. Так что здесь так все, видите, по-настоящему. Физкульт-привет вам из Винницы. Вот такая игра получается двойная на площадке. Да, две игры, четыре команды. Круто, правда? Спортивная хоккейная обстановка. Просто супер. Винниця. Центральная Украина. Місто над Бугом, перлина Поділля. И вот такие будущие звезды украинского хоккея. Чуть помладше играют ребята. Бросок. Ну, интересно. Стоп. Смена. И мы так прокатимся, посмотрим. В стереорежиме. Приветствую. Дружище. Бостон. Брюинс.
красивая съемка должна получиться. Снимально. Ух ты, какой бросок! Отбивает вратарь, ну это просто чудо. Шайба от вратаря отлетела, ты просто стоишь. Ваня здесь есть, знаю. Два Вани есть. И шайба в сетке ворот. Шайба в сетке ворот. Успеем промчаться, да? Уже посерьезнее хлопцы. Не сложно, ребята, все хорошо, сборы. Иногда сложно. Иногда, да. Шайба в сетке ворот. Ваня шайбой. Шайба в воротах. И Олежка с вами еще замерз на настроение прекрасное, спокойно, радостно, друзьями. Да, вот оператор пока. Хватит на Thank you.
Да, мой друг. Вот был оператор у меня классный, смотрите какой. Тоже умеет. Миша, Миша со мной. Красавчик, классный игрок. В будущее ленинского хоккея. Так, это тогда первый период. Ну что, вот такой небольшой репортаж от Орешка для ребят. Пусть на память, на сгадку о классных играх в Виннице. Да. Галицкий Леве, да? Отлично, вітаю. Ви теж тут були на зборах? До перемоги. Так. Так же, ви тут? Ну, де в Вінниці були ще? На екскурсії, може, тільки? Поки що нікуди, крім зборів. Збори, тренувальні, ігри. Ну, не зря, так? Все хорошо. Напевно, так. Отлично. Що там може не так? А то... Все класно. Вдруг щось не так, ми услышали, зробимо виводи на будущее. Все класно. Отлично. Благодарю вас. Всего хорошего. Вот такое флеш-интервью. Орешка. Вы, если поднимали голову, передачу отдавали центр, были в комментариях. Это раз в пути выхода в 1-0, 2-0. 2-0, что делать? Какие рапорты? Это вообще, вот, фигурист. Тимур день. Салют. Кто не узнать всех, да. Денис Бондарчук. Ну и теплее, теплее. Становится теплее в Ледовом. Может, думаю, до плюс 12-13 доходит температура воздуха. Ну как, не тяжело играть? Так не тяжело, сложно. Защита, все работает нормально. Волнушка. Отлично. Какой еще? Какой? Считаем. Правильно, лайва красивая форма. Молодец, вратарь. Вратарь Илья Степайко. Вот познакомился с ребятами. Илья, вот. Пожалуйста. На будущее, потом через лет 10-20 ребята посмотрят с удовольствием. Да и сейчас это все интересно, правда? Классная спортивная обстановка в Ледовом клубе. Ну что, на этом Орешка хоккейный репортаж на сегодня закруглит. До новых встреч. Сегодня еще игра у нас вечерняя. Ну вот, 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 вот. Счастливо, до новых встреч. Орешка с вами. Готов. Друзей, гудбай, до побачення. Вінниця спортивна. Щасливо! До побачення!